сожалению, нарекания в адрес и состояние не только Театральной площади, набережной. Эта уборка была и в зимний период, потом, знаете, у нас были неблагоприятные условия, ливни проходили, тоже вы, наверное, обращали внимание, я выступала с критикой к работе непосредственно предприятия, которое обеспечивает благоустройство в Волжском районе, но выводы, к сожалению, руководством не были сделаны, как мы это сейчас очевидно видим, и по Театральной площади, да, действительно, нужно признать, что работы не проведены, хотя неоднократно об этом руководству НБУ говорилось. Поэтому сегодня мной принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя предприятия, которые этими вопросами занимаются. Сейчас уже как бы летний период у нас идет к завершению. Наверное, какие-то глобальные вопросы провести в части именно выставки цветов, наверное, нецелесообразно. Мы в любом случае еще раз проведем там мониторинг, дополнительно высадить, чтобы это были не только цветы вот однолетние, но и растения многолетние. Поэтому со специалистами непосредственно мы привлечем специализированные организации, которые занимаются озеленением, попросим их предоставить нам варианты озеленения и в этом году какие-то работы в осенний период, то, что возможно выполнить именно в осенний период по высадке деревьев или каких-либо растений, либо уже на следующий год с учетом предоставленных вариантов будет проведено более масштабное озеленение данной центральной площади нашего города.